клиентам переживать не стоит. В СГК предусмотрели несколько способов неличного общения. Во-первых, в фойе офиса на Гоголя 36 установили клиентский ящик. Все пожелания и просьбы, а также данные счетчиков можно написать на бумаге и сбросить туда. Документы обещают рассмотреть оперативно. Юридические лица могут также писать на электронную почту или сайт компании. Обязательно обращаю ваше внимание, чтобы было два документа. Акт снятия показаний и посуточная распечатка теплоносителя, то есть распечатка с прибора учета. Много вопросов у клиентов и о том, как получить справку в органы соцзащиты. Потребитель также приходит на Гоголя 36, в фойе пишет заявление, оставляет в клиентском ящике. Мы потом самостоятельно формируем справку и направляем в органы соцзащиты. То есть потребителю сюда уже не надо приходить. Если вопросы у клиентов все-таки остались, можно позвонить по номеру колл-центра, телефон на ваших экранах. Пока очное общение с клиентами СГК прекращает на 2 недели, но в зависимости от ситуации в крае оно может продлиться и дольше. Татьяна Голубева, Алексей Фризин, «День с толком».